Итальянское круизное судно «Коста Аллегра» было отбуксировано к острову Дирош, входящему в состав Сейшельских островов. Ранее лайнер лег в дрейф в Индийском океане после произошедшего на борту пожара. Первым к месту происшествия прибыл французский траулер, который и отбуксировал терпящее бедствие судно к Дирошу. На борту находились 636 пассажиров и 413 членов команды. По последним данным, никто не пострадал. Это очень рискованно. В западной части Индийского океана разбойничают пираты, говорит представитель властей Сейшельских островов. К счастью, они не были замечены в непосредственной близости от этого судна. Мы уже призывали все корабли и суда, следующие маршрутами через этот район, набрать в команду вооруженную охрану. Это круизное судно должно, по идее, тоже быть готово дать отпор в случае нападения. Лайнер «Коста Аллегра» вышел в минувшую субботу из порта Мадагаскара и направлялся на Сейшельские острова, куда должен был прибыть 28 февраля. Накануне в кормовой части судна вспыхнул пожар, однако он был вовремя локализован.